Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Есть! Есть, блядь! Два! 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 Сбили, сука! Блядь, ебать, па, вони в нас летять? Слева. Где он? Нормально, нормально. Атака. Уходит. Налево уходи, уходи. Он видит, да, все нормально. Конечно, ребята, да! Ну не сидите, чего рот-то сидят, туда вдруг проходите. И на взлетку обороны, и в пил. Он меня слышит по уху? Саня, салон. Мангус, я Дунай, да, принял. Держите полосы, мы тебе выпустим. Вот он за. Маршрут книжный, здесь наши не работают.
Пацаны, да. Пошли все? А? Второй этаж проверили? Да. Шесть по сотне первый, 6:32. Атака спереди, Стингер. Гражданский. Машины, скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали. Да. Так. Right in the middle of the fighting. Matthew, tell us what you're witnessing there. Stop, stop. Jim, we've come out of the center of the Ukrainian capital, Kiev, and we are here at the Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. They've allowed us to come in and be with them as they defend the perimeter of this air base here, where helicopter-borne troops, these troops, were landed in the early hours of this morning to take and to form an air bridge to allow for more troops to come. And you can see these are Russian forces. You can tell they're Russian. I've spoken to them already. You can tell they're Russian. They've got that orange and black band to identify them as Russian forces. I've spoken to the commander on the ground there within the past few minutes, and he said they are now in control of this airport, and within the past few seconds, just before you came to us, they were engaged in a firefight, presumably with the Ukrainian military, which says it is staging a counter-offensive to try and take back this airport. We can tell you now, I'm standing outside the... Съемочная группа сейчас работает на аэродроме Гостомель. Отсюда до Киева чуть больше 20 километров. Сейчас этот аэродром контролируется российскими воздушно-десантными войсками. Посмотрите, какая здесь сейчас обстановка. Перемещаться не очень безопасно, потому что на земле очень много неразорвавшихся боеприпасов. Украинские артиллеристы обстреливали аэродром. Вот, посмотрите, попали в ангар, что от него осталось. Он сожженный, за моей спиной сожженная украинская техника, которую они побросали здесь. И также украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире. Ан-225 «Мрия», в переводе на русский «Мечта». Так вот, украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» больше нет. Когда российские десантники...